я сейчас расскажу нашу выбирающую историю, опять же, вот я подсказываю. Эта песня столь же загадочна, сколь и ужасна, и, собственно, своей загадочностью она и жутка, собственно. Ой, спасибо, спасибо, спасибо большое, спасибо. История такая. Мужик гуляет с женой по дорожке. Никого не трогает. К нему подходит незнакомый молодой человек и просит одолжить жену на сутки. Мужик говорит, если жена не против, то забирай. Жена не против, причем она говорит ему, отправляйся как ты родной высокой дорогой, что значит отправляйся берегом. То есть это совсем уже как-то нехорошо, она не желает. А я пойду с ним, вернусь к тебе через сутки. Через сутки мужик встречает жену у уговоренного леса, у брода, то есть тоже такой вот момент перехода. Не просто так там этот брод, конечно же. Очень радуется, когда ее видит, а когда жена ему рассказывает свою историю, ложится и умирает. Причем, вот так, нет, там ничего не рассказано о том, что она ему именно рассказала. Но я так понимаю, что это, знаете, типа, мы забрали под холм ее, спроси, что она там видела. Он ложится и умирает, и дальше на протяжении 3 куплетов жена его радостно быстренько хоронит. Все. При этом прекрасная, очень красивая, романтическая, нежная баллада. Собственно, лучшие ирландские песни обнаруживают в себе вот этот вот баланс. Какой-то примордиальный древний жути и нежной романтической музыки. As I was going down the road my five mornings, all brown and eager whale, I met with young men without any warning. She told me the story.